Я в отношениях семейных. Лолита Милявская высказалась о своем статусе. Певица Лолита в беседе с корреспондентом портала «Телепрограмма ПРО» пояснила свой семейный статус. Отметим, что в новогоднем выпуске шоу «Маска» на НТВ звезда неожиданно заявила, что уже вышла замуж. Разговаривавший с ней в этот момент певец Филипп Киркоров слегка опешил. Удивились и многие зрители. Позже Лолита заявила следующее. «Я тут как-то подумала, неужели у меня больше не будет влюбленности, романа, этого томительного ожидания? Но потом, начав встречаться, поняла, что не готова к отношениям, которые называются браком. У меня при этом слове начинает болеть место на спине, там, где остеохондроз, прям сразу». Как бы там ни было, в беседе с сайтом «Телепрограмма ПРО» певица дала понять, что в личной жизни у нее все хорошо. «Я в отношениях семейных», – сообщила нашему корреспонденту яркая исполнительница. Чем еще больше всех запутала. Отметим, что нынешний возлюбленный Лолиты – человек состоятельный. Они уже вместе ездили на отдых. При этом мужчина находится в самом расцвете сил. Публике его звезда пока не представляла.